Всем привет, с вами Интернет и Деньги. В этом видео я вам покажу, как зарабатывать на Binance в WTD, то есть слово дня. Я думаю, что многие из вас уже это делают. Ранее за это награды приходили либо на спот, либо в центр наград в ваучерах, но сейчас с ним сделали уже немножко другую систему. Сейчас мы здесь зарабатываем баллы, и потом уже эти баллы можно будет обменять на ваучеры. Чтобы получить баллы, нужно угадать 5 слов, то есть 5 дней подряд. Сейчас уже сегодня 5 день как раз, но если будут какие-то другие ВТД, они, кстати говоря, проходят каждую неделю, когда у меня будут ответы, я, соответственно, публикую это у себя в Телеграм-канале. Поэтому советую сюда подписаться, чтобы не пропускать. Вот есть вот такой пост, где есть все инструкции и все нужные ссылки. Ссылку я оставлю именно на этот пост. Плюс рекомендую досмотреть видео до конца, потому что в конце расскажу вам о небольшом бонусе, где можно тоже неплохо заработать. Итак, давайте будем угадывать слово, как это делать. Вот здесь есть как играть. Смотрите, когда мы вводим буквы, вводим слово, ответы я вам тоже дам. Вот здесь они будут в посте, на ссылка на эти ответы. Когда вводим слово, когда буква зеленая, значит в слове такая буква есть и она на правильном месте. Если желтая, значит в слове также такая буква есть, но размещение ее неправильно, то есть она где-то в другом месте. Если серая, значит такой буквы в слове нет. Ну что ж, давайте, собственно, будем угадывать. Сегодня у нас 6 букв. Вот есть ответы из 6 букв на эту неделю. Давайте начнем с первого. Simple. Будем вводить. Simple. Нажимаем Enter. И смотрим. Так, зеленая есть. Последняя. Вот у нас еще одно слово. Как раз второе с такой буквой. Значит, вводим его. Так, ребят, стоп. А, ну да, все правильно, все правильно. Вот так. Так, правильно все написал, правильно. Нажимаем Enter. И вот, видим, я слово угадал. Все, слово угадал. Вот видим со второй попытки, да, забыл сказать, вы видели, что вниз идет 6 клеточек, то есть у нас есть 6 попыток, чтобы угадать правильное слово. Соответственно, здесь ответов как раз 6, и на других буквах, то есть 3-4 буквы слова, да, там 6, 7, 8, 5, то, соответственно, здесь слово еще меньше. То есть проиграть мы не можем, потому что, соответственно, ответы есть, и их не больше, чем попыток, чтобы угадать правильнее. То есть вот все здесь так делается. Теперь, ребят, где брать, точнее даже не брать, а где смотреть ваши поинты. В посте также будет ссылка, вот здесь есть обмен поинтов на USDT, можно зайти, либо просто на самой бирже Binance заходите, тут будет центр наград, давайте я вам покажу именно так. Смотрите, вы находитесь на бирже, далее на человечка нажимаете и нажимаете вот сюда бонусный центр. Как раз в посте ссылка тоже сюда будет, вот здесь, где обмен поинтов на USDT. И, соответственно, здесь можно будет смотреть ваши баллы. Они придут, как только вы, скорее всего, соберете 5 ответов. Так, пока что, видимо, у меня баллов 0, то есть еще не пришли, значит, приходят они попозже. Вот именно за это и за другие активности мы здесь будем уже получать баллы. Плюс, смотрите, здесь вот можно выполнять задания, также получать вознаграждение и на что можно баллы менять. Нажимаем вот тут магазин вознаграждений. И, ребят, смотрите, вот, к примеру, 5 баллов можно получить ваучер на ребей торговой комиссии. 1 USDT, то есть, когда вы будете торговать, то у вас будет ваучер и 1 USDT у вас будет идти на комиссию не с вашего баланса, а именно вот с этого ваучера. 20 баллов 5 USDT на комиссию, 30 баллов 10 USDT на комиссию, 30 баллов на 20 USDT плюс еще есть. И смотрите, 120 баллов это уже 1 USDT сразу вам на спот, далее 550 баллов 5 USDT и 700 баллов насобирали 7 USDT на спот, тоже довольно-таки неплохо. Собираем баллы, да, делаем вот ЭД, еще будут другие активности, скорее всего, и вот получаем вот такие вот награды, тоже довольно интересно. Теперь, что касается бонуса, который я обещал в начале
видео. Кто подписан на меня в Telegram, тот уже, соответственно, о нем знает. Есть вот такое новое приложение Snapsk. Можно смотреть короткие видео и на этом зарабатывать. Здесь также есть вся инструкция. Здесь за регистрацию в данном приложении вам дают бесплатную NFT-шку, которая там будет вам приносить 55 центов в день, но это когда вы ее немножко раскачаете, потому что там также есть уровни. По факту сейчас у меня она приносит 70 центов. И далее, смотрите, был еще один пост, был дроп, не знаю, работает он еще нет, и скорее всего да. Можно забрать еще одну NFT, точнее NFT очки, которые стоят за $80, тоже бесплатно. Выполняете вот здесь все, что указано, и соответственно тоже можно получить. Я, кстати, эту NFT-шку получил и на днях также постараюсь сделать ролик о данном приложении, чтобы вам было более понятно. Так что, кто не подписан на мой Telegram, советую подписаться, чтобы не пропускать вот такие вот плюшки. Ну и еще раз напомню, что ссылку оставлю вот на этот пост, где будет ссылка и на Binance. У кого еще нет регистрации на данной бирже, ссылка на вот это, там, где именно мы указываем слова, ссылка на ответы и ссылка на обмен поинтов на BSD, это именно вот на эту страничку. Так что, ребят, подписываемся и смотрим новую интересную информацию. На этом все. Вы были на канале Интернет и Деньги. Всем удачи и до новых встреч.